Ваня, то же самое, быстро. Вверх оставляем? Наверное, не знаю. Ну, до школы не дорастет у тебя. Бог будем делать? Нет. Ну, в качком ты не пойдешь? 12. Час, чтобы встать. Да. На диване неудобно, и это постельное снимите. Вечером постель чистая. Не всегда и у нас. Он просто дурак, не знает, что там таких видео снял. Что это не единственное это. Съемка снял. Он когда увидит, что я опять. Здесь балкаш, походу, я тебя снимаю, что я снимаю. Скоро так же парикмахеры будут делать. Вадим, если бы они сейчас стричь умели. Да, если надо будет. Там херню-то не выложишь, понимаешь? Там же хорошие стрижки нужны, господи. Есть пожар в Ютубе. Ой, ребята. Давай. Ой, Олеж. Ой, мальчик, ты звезда. Я тебе бесплатно говорю, ты из всего. И ты 16-го на вторник никуда сильно не намыливайся. В кафешку все пойдем. Ксения приедет, сестра. А на утром? Ага. Может, в Чубары съездить или в Прозвалук на озеро? Что сделаем? На бананы покатаем. Один раз вообще. Нам на этих бананах и зерах по 500 человек. Угу. Сколько мы здесь? Ой, могу надо этот в WhatsApp писать. Собираю, как люди в ТикТоке. На банан. Хочу покататься на банане. Ни разу не каталась на банане, блядь.
Это красивый чуть-чуть спрятать, боятся, как его куда-то выкладывать. Подписчиков. Подписчиков. Это как в ТикТоке какая-то бабка там есть. Уважаю подписчики. Ой, мразь. Ржака такая. Ну видишь, они в ТикТоке там от деньги, ну за денег же. Они там в этот, там. Ты меня не видят, я скажу. Там хоть с подпышками, хоть без подпышков. Ладно, мне разрешил выложить его без звука, я его в ТикТок услышу. Со звуком? Нет, звук отключу в ТикТоке, там же короткометражные. Ой, Леша. Уважаемый подписчик, напишу. А голос хорошо этот раз. Потом еще перед школой. Не, вам еще надо будет начать учить. Я сначала не видел только. Тебе-то что, у тебя бесплатность. Камера надо, блядь, подстричь и заснять ее, да. Его стригут ужасно. У него вечно неровно. Он где стригут? Ну, сейчас он на тренировке. Нужно отсюда доходить. Владимир Ильич. Что? Ну, на волейбол ходит. Угу. А я ушел в волейбол. А что? Ходил. Надо куда-то ходить начинать. Через год-то... Уже решать надо, куда идти. Либо 11-й, либо училище. Ну, технику, что-то.
вот осталось. Может, это... Колечки, да, я не приду туда в город. Тамерлан, что, 10-й, 11-й? Не знаю. Ничего не говори. В комнате как чисто, да? Заходил сегодня? Сегодня нет. Вчера я всё компьютер не помню. Толстый кадр. Не просто толстый. Там 4 доли. Не точно скоро все, блядь, начнут
съемку брать вести. Это 100%. Наши, блядь, попугаев дохуя. В озеро пойдете не купаться, Вадим. Рыбачить еще. Видишь, не разрешено. Они говорят, ходите грязными, говорю. Да чушь придумали, всю жизнь купались, а мы сами. Что, на вас собачьи? Чуть-чуть, ну подольше похоже, что дали. Маленько, дальше.
Шампунь помыла, а потом бальзамом намазала и смыла. Вот так надо мыть. Волосы лучше смыть. Ну, а же есть и шампунь, и бальзам.